Всем привет! Сегодня мы поиграем в игру под названием, как она называется? Hostel Castle. Дональд Пославленный. Сэр, вы должны спасти свою невесту и короля. Я помогу вам собрать армию. Первым делом нужно отчинить казармы. Строительство требует времени, но у нас его нет. Подходим делать при помощи магии. Вооружите ваших воинов, сэр. Нас везли из леса, где полно твари, от которых воняло сильнее, чем от наших бойцов. Это точно орчий лес. Ну, думаю, затянет, но не слишком долго. Такая средненькая игра. Вы спасли нескольких людей из своего войска, милорд. Теперь у вас больше подданных. Нужно укрепить замок для дальнейшей борьбы. Первым делом постройте столовую, чтобы жителям хватало еды. Когда жизнь в замке налажена, вам стоит вернуться в команду. Сэр, мы идем по следу, как он пришел вашу невесту, повелитель бездны. В этой битве мы захватили сундук с ценностями. Сейчас он на складе. Посмотрим, что в нем. Открываем. Какой-то мусор должен быть. Меч. Еда. Еда. Милорд, чтобы улучшать помещение замка, дальше нужно усовершенствовать тронный зал. Это вот этот Сухой престол. Напомните, ваши деяния всегда будут достойны вознаграждения. Милорд, я рассказал вам все, что знал о введении хозяйства замка. Дальше вы отлично справитесь сами. А мы с Дональдом прославлены, будем неподалеку и всегда покорять эту игру. Спасибо за просмотр. Увидимся в дальнейших видео. Всем пока.